Здравствуйте, это проект «Квартирный контроль». Меня зовут Владимир Гордиенко. Мы с вами в Нижегородском районе, в юго-восточном административном округе Москвы. Сегодня четверг, а у нас среда. Жилой комплекс от компании PSM. Среда уже была у нас в ноябре 2016 года. Почти полтора года этот ЖК строился, разрастался. И в этом втором выпуске мы вам покажем, как он преобразился, и узнаем во всех новостях. Поехали! Сначала поделюсь с вами своими визуальными впечатлениями. Это невероятно. За год и пять месяцев здесь из паркинга и нескольких этажей монолита вымахали целые кварталы домов. Чуть позже еще прогуляемся и посмотрим более подробно, на какой стадии они находятся. Турки молодцы. Везде, где трудится генеральный подрядчик Антьяпы, как правило, динамика радует. А вот испанцы что-то не очень меня порадовали. Внешний облик домов меня особо не впечатляет. Да простит меня Рикардо Бофил, автор архитектурной концепции, но корпуса выглядят невзрачно, 50 оттенков ржавого. Хотя есть интересные решения, вот эти вот, например, белые эркеры с панорамным остеклением, на углах какие-то застекленные вставки, но эффекта вау нет совсем. Будем надеяться, что 44-этажные башни как-то выправят ситуацию, они, судя по рендерам, должны получиться эффектно. Ну вот что вас точно сразит на повал, так это офис продаж жилого комплекса «Среда». В скольких ЖК я с того времени уже побывал, но ничего круче так и не встретил. Пойдемте. Надежда, вижу, что с ноября 2016 года у вас произошли разительные перемены на стройплощадке, появились в продаже новые пусковые комплексы, но сначала хотелось бы узнать о самом долгожданном, о первом пусковом комплексе. В первую очередь, в предыдущем нашем обзоре мы озвучили, что срок его сдачи намечен на первый квартал 2018 года. Уже конец марта, и хотелось бы у вас узнать актуальный срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию и когда будут выдаваться ключи. Добрый день. Во-первых, хочу сказать, что рада видеть вас снова на нашем проекте. Приезжайте почаще. Значит, что касаемо первого пускового комплекса нашей первой очереди, мы ожидаем в ближайшее время ввода в эксплуатацию, и срок выдачи ключей у нас остается неизменным. Это сентябрь текущего года в соответствии с договорами долевого участия, которые мы подписываем с нашими дольщиками. То есть пока каких-то официальных изменений нет? Нет, абсолютно верно. Официальных изменений нет. Давайте еще расскажем теперь по новым пусковым комплексам. Ну, в принципе, даже в целом пройдемся еще раз по срокам. Да, пожалуйста. Значит, второй пусковой комплекс в первой очереди у нас как был, так и остается ввод в эксплуатацию третий квартал текущего года. И срок передачи ключей дольщикам – это у нас первый квартал 2019 года. Вторая очередь, первый пусковой комплекс, так же, как и второй, первый, да, то есть это третий и первый, соответственно, третий текущего, первый 2019. А второй пусковой комплекс второй очереди – это у нас четвертый квартал ввод в эксплуатацию, четвертый квартал 2018 и второй квартал 2019 – это у нас срок передачи ключей. И третий пусковой комплекс, который у нас сейчас в продаже, мне кажется, мы в прошлом обзоре про него не говорили, это у нас, соответственно, середина, второй квартал 2019 года у нас ввод в эксплуатацию и конец 2019 года, четвертый квартал – это у нас срок передачи ключей.
Это вот что касаемо всех корпусов, которые у нас сейчас в продаже. Третья очередь у нас планируется, но пока еще мы не начали реализацию. Она проектируется, будет получаться разрешительная документация, но, соответственно, какие-то сроки по ней будут уже после. Позднее. Вот также у нас башня Т1, тоже наша доминанта в проекте. Она сейчас не получается разрешительная документация, пока сроков по ним мы тоже не озвучиваем. Ну, она будет, да? Да. У нас пока никаких изменений в проекте, и мы надеемся, что их не будет относительно вот того, что мы заявляем, представляем. Пока нет, ничего не меняется. По поводу инфраструктуры, вот тоже, опять же, в предыдущем обзоре мы говорили, что детский сад появится с первой очередью. Сейчас остались те же самые планы или уже что-то скорректировалось? С первой очередью детский сад действительно появится. Первая очередь у нас все-таки передаются ключи, если говорить про всю первую очередь, это в 2019 году, плюс, соответственно, время на ремонт и заселение. Вот, поэтому, да, в 2019 году, ближе к концу, будет детский сад, абсолютно верно. А школа? Школа в 2020 году. Сейчас уже появилось решение окончательное по поводу того, передавать ли муниципалитету, да, эти учебные заведения, или они будут сейчас? Дело в том, что не от нас это зависит, это зависит от муниципалитета, и если говорить о каких-то официальных документах, подписанных с ними на этот предмет, их пока нет, поэтому 100% уверенности, как и год назад, так и сейчас, у нас нет. Но именно важный момент для всех, да, как для коммерческих структур, так и для муниципалитета, принять в эксплуатацию социальные объекты в тот момент, когда в комплексе уже есть жильцы непосредственно. То есть не просто сданные дома, а есть люди, которые уже сделали ремонт и заселились, и готовы потреблять эту услугу. Готовность в первой очереди строительства очень высокая. На ней завершены фасадные работы по всем корпусам, включая монтаж витражей и окон. Завершены работы по монтажу внутренних инженерных систем, включая лифтовое оборудование. В рамках работ по прокладке инженерных сетей ведется прокладка канализации, водостока и водопровода. Во второй очереди строительства в рамках первого пускового комплекса готовность корпусов М1 – 75%, М2 – 70%, М3 – 65%. На подземной части полностью выполнены работы по устройству полов в паркинге. Ведутся штукатурные отделочные работы, прокладываются инженерные системы. Надземная часть корпусов на 100% завершена каменная кладка стен и перегородок. Идут работы по устройству кровли зданий и стилобат. Фасадные работы завершены на 70%. Ведутся отделочные работы мест общего пользования. Выполнен монтаж окон. На 80% завершены работы по монтажу витражей. На 35% работы по устройству внутренних инженерных систем. В рамках второго пускового комплекса корпуса М4, М5, М6, М7 на подземной части комплекса на 90% завершены работы по устройству полов в паркинге, ведутся штукатурно-отделочные работы и работы по прокладке и установке инженерных систем. Полностью завершена каменная кладка стен и перегородок. На 75% завершены работы по устройству кровли зданий и стилобата. Ведутся отделочные работы мест общего пользования. Наполовину завершены фасадные работы. Полностью выполнен монтаж окон. На 60% завершен монтаж витражей. Ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем. В рамках третьего ПК второй очереди на подземной уровне выполнена каменная кладка стен и перегородок. В корпусе Б1 завершены работы по бетонированию стен, пропетов машинных помещений. На 100% выполнена каменная кладка наружных стен. В корпусе Б2 завершаются работы по бетонированию стен и перекрытию технического этажа. Каменная кладка наружных стен выполнена наполовину. В корпусе Б3 ведутся работы по бетонированию стен и перекрытию 21 этажа. Каменная кладка наружных стен завершена на 40%. Выполняются работы по прокладке внешних инженерных сетей канализации, водостока и теплосети. Оценить объемы благоустройства дворов сейчас сложно, все
закатана под снегом, но уже мы видим, что стоят вот такие вот классные светильники с узором, да, из которых будет рассеиваться свет. Будет сделано очень много детских площадок, игровых площадок. Будет проделана большая работа по озеленению, то есть высадят кусты, деревья. А посередине вот эти вот два таких вот технических зданий – это выходы из подземного паркинга. Но не скажу, что двор прям очень большой, но в таких приемлемых, хороших размеров. Сейчас давайте зайдем в один из корпусов, посмотрим, что из себя представляют входные группы. Стоят домофоны, есть видеонаблюдение, полностью застекленные входы, что, я думаю, дает много освещения внутрь. При входе в подъезд попадаем сначала в большой тамбур, далее идут стеклянные двери. Это помещение второе тоже просторное. На полу положена черная и серая плитка, стены отштукатурены и покрашены светлой краской, ну, практически белая. А потолки здесь сделаны грильято с такими круглыми светильничками. Вот это вот за стеклянной дверью у нас расположилась комната для хранения колясок и велосипедов. Давайте вам ее покажем. Выглядит она на самом деле просто огромной. Не помню, чтобы я в каком-то комплексе видел колясочную комнату таких размеров. Ну, наверное, как квартира-студия. Метров 20 здесь точно есть, и она очень светлая, потому что огромное, до потолка идет окно. Это санузел общий для жильцов дома. Здесь есть раковина и унитаз, то есть, в принципе, очень удобно для детей, особенно чтобы домой не бежать, не подниматься, можно здесь сходить в туалет. А это комната для консьержа. Ну, соответственно, решение о том, будет ли консьерж в подъезде, будут принимать уже сами жильцы, но помещение для этого предусмотрено. Так, пойдемте с вами дальше. На пути к лифтам попадаем сначала в приквартирный холл первого этажа. Сам вход в подъезд выполнен на уровне земли, но чтобы первый этаж был немного повыше, чтобы окна находились на достаточной высоте, чтобы в них не заглядывали прохожие, есть такой вот к этим квартирам подъемчик небольшой. Так, идем к лифтовому холлу. И лифтовой холл, он уже не особо большой. Три лифта фирмы Otis, два пассажирских и один грузопассажирский. И стоит такая вот стеклянная табличка с обозначением, на каком этаже находятся какие квартиры. На лифтах мы сегодня не покатаемся, идут пусконаладочные работы. Ну и в целом по корпусам первого пускового комплекса отделка в мопах завершена пока где-то на 95-97%. То есть, когда все это до конца уже заделают, думаю, будет еще симпатичней. Вот так вот выглядит лифтовой холл. Крупное симпатичное обозначение этажа, покрашенные штукатуренные стены. Квартирный холл идет по кругу, поэтому выйти можно в любую из сторон. И есть обозначение на двери, то есть к какой квартире вам ближе будет пройти. Также вот есть такая кнопочка связи с диспетчером. Это на случай, если будет пожар, можете вызвать себе помощь. Так, пойдемте посмотрим квартирный холл. Ну, здесь особо ничем не отличается, вот только на стенах появились вот эти вот полоски. Потолки также навесные, с квадратными светильниками, везде вот стоит пожарная сигнализация. И видно вот эти вот щитовые, да, со счетчиками учета электроэнергии. Сейчас давайте посмотрим, в каком виде будут передаваться квартиры собственникам. Устанавливаются вот такие вот металлические входные двери, темные, с алюминиевой такой нумерацией квартиры. Двери очень массивные, толстые, то есть, в принципе, менять их, я думаю, в дальнейшем нужды особой не будет. А рядом здесь же есть такой вот крючочек, чтобы можно было, например, повесить какую-то сумку тяжелую и открыть дверь. Так, пойдемте внутрь. В следующей части мы посмотрим, в каком виде передаются квартиры без отделки. Узнаем об актуальных ценах на квартиры и скидках. Спустимся в подземный паркинг.
спросим про кладовые помещения, про санацию Промсвязьбанка, про место прокладки новой линии метро, увидим, как продвигается строительство транспортно-пересадочного узла «Рязанская».